Поздравить легендарного человека, героя труда Зою Загороднюю с юбилеем приехали гости из Москвы, Одинцова и разных поселений. То, что друзей у виновницы торжества много, неудивительно. Ее трудовой стаж 55 лет. Открыть вечер хозяйка библиотеки Нина Чаплыгина предложила Михаилу Зимовцу. Зоя Георгиевна – человек подвиг, подвиг трудовой. Вся жизнь была связана с чем? Животноводством. И, конечно, это были, тогда они назывались рекорды в нашей той социалистической, советской эпохе, но это были рекорды и для Одинцовского нашего района, и в целом для Московской области. Это был пример, это трудовой героизм, который должен, на мой взгляд, сейчас воспитывать наше поколение. Ни речами, ни красотой кудрявой, а колхозными делами трудовой славой. Вот так поэтическими строчками Зоя Георгиевна будет отвечать на каждое приветствие. Она любовью берет вот эти вот надои, все удои, понимаете, вот 8 тысяч надаивала молока. Это же рекорд вообще России. Я коровушек доить буду, малых деточек кормить буду. С поздравлениями Алексей Павлик, бывший главный зоотехник района. Он-то хорошо знает, быть лидером молочного животноводства суждено не каждому. Нужны терпение и трудолюбие. Загороднева вывела профессию доярки на звездную высоту. Мало кто знает, простившись с фермой, Зоя Георгиевна уже 5 лет является членом правления общественной организации «Трудовая доблесть». Ее можно встретить в студенческой аудитории на конкурсах учащихся ПТУ рядом с выдающимися людьми России. Для нее важно сохранить трудовые, патриотические традиции страны, историческую память. Портрет героини дня дополняют коллеги по ферме – бригадир Ольга Тупотилова и Валентина Калуга. Ты у нас самый замечательный человек. Ты как бы, мы всегда, когда работали вместе, любую беда, Зоя Георгиевна всегда первая, всегда и выручит, всегда. Всегда на посту, всегда была передовой, и до сих пор она остается. Колхознички да канареечки работают все за копеечки. Она неутомимая певица в нашем хоре Новоивановские напевы. Активная, ответственная. Но голос у нее, повторяю, если бы она посвятила свою жизнь песне, она бы была знаменита так же, как и доярка. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, телекомпания «Одинцова».